Знакомство с анионом. Функции анионов. Анионом называют воздушным витамином и уборщиком воздуха. Он без цвета, без запаха, хорошо поглощает пыль, микроорганизмы, вирусы. Ученые открыли анион в 19 веке. Заметили, что имеет успокаивающие действия на людей, улучшая среду. В прокладке LoveMoon анионовый чип выделяет анионов 5800 штук в каждом квадратном сантиметре. Чем больше анионов, тем меньше вирусов. В такой среде вирусы, которые вызывают вагинит, не могут существовать. Огромное количество анионов дает огромное количество кислорода. Это окончательно изменит среду анаэробы, который является источником воспаления женского организма в большинстве случаев. Сейчас весь мир все больше и больше обращает внимание на функции аниона, на защищающего и улучшающего состояние здоровья. Весь мир считает, что эта продукция является экологически чистой, содействует обмену веществ, улучшает внутреннюю секрецию, укрепляет иммунитет, имеет функцию регуляции давления, защищает от бактерий, снимает воспаление, удаляет неприятный запах, восстанавливает энергию.